Тихий и пока немноголюдный сквер боевой славы ждет своего часа. 21 сентября в 11 утра здесь вновь зазвучат торжественные слова. Звуки метронома отсчитают минуту безмолвия. Залпы орудий прогремят в честь павших воинов. В преддверии 74-й годовщины освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков в сквере навели порядок. Анапчане и гости курорта с удовольствием проводят здесь время. Нравится отдыхающими. Мы часто в обеденный перерыв выходим сюда на лавочке. Траву тут косят, часто видим, подметают, убирают, цветы поливают, насаживают. Очень ухоженный парк, тихий, спокойный. Приятно всегда прийти с детьми. Очень хороший город, впечатления прекрасные. Городские коммунальные службы чистят, моют и обновляют все мемориальные комплексы. Работа идет повсеместно. Во всех знаковых наших местах, парковых зонах, проводятся маленькие технические косметические ремонты. Это, значит, газон косим, цветы высаживаем, разметку обновляем, сухие деревья, происходит обрезка сухих деревьев. Значит, у нас ореховая роща, наши парковые зоны, это набережная. Это у нас сквер Вечной Славы. И еще также мы проводим мероприятия по космическому ремонту. Это наши сельские округа, парковые зоны сельских округов. В любимой анапчанами Ореховой рощи обновили газоны, обрезали сухие ветки, выровняли плитку. К парку обращено особое внимание. Исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков поручил лучше следить за состоянием зеленого оазиса.